Одесский банк крови начал понемногу наполняться. После послабления карантина доноров стало в несколько раз больше. Динамика возросла примерно на 10%. Еще в конце марта на станцию переливания приходило около 20 человек в день. Сейчас желающих поделиться кровью более 60. Стоит помнить, что в пунктах сдачи по-прежнему действует санитарно-эпидемический режим. Имеем на 10% доноров больше, чем за 4 месяца 2019 года. То есть во время ковида мы не только как сбавили количество донаций, уменьшили, там, скажем, хоть вся Украина уменьшила на 20, 30, 40%. Только Киевская область, город Киев и Одесса имеют прирост. На время эпидемии, вы знаете, были закрыты в основном больницы, плановые операции были запрещены. Но количество потребляемых компонентов крови, эритроцитарной массы и плазмы, как мы увеличены на 10%, оно все ушло, так и бы, я думаю, ушло на 15 и 20% увеличения. Это говорит, что кровь, препараты крови, компоненты крови нужны всегда. И не только при плановых операциях, а и наоборот. Потому что во время этой эпидемии не уменьшилось количество родов, не уменьшилось количество кровотечений, не уменьшилось количество онкозаболеваний и так далее и подобное. 14 июня отмечался Всемирный день донора, и хоть сейчас нет острой потребности в чужой крови, медики призывают одесситов не проходить мимо. И напоминают, в случае организации коллективной сдачи, это не менее 20 доноров, возможен выезд бригады для забора крови, в том числе и в область.